Перекресток улицы Думской и Ломоносова. Сейчас здесь царит спокойствие, почти что умиротворение. Но с наступлением выходных картина изменяется до неузнаваемости. Сотни людей приходят сюда провести время. Да? Да. Ёбнутый, что ли? Нахуй ты с собой ты разговариваешь? А? Девушка, мы работаем, не мешайте нам, пожалуйста. В смысле вы работаете? Кем? Долбоебом? Вы работаете долбоебом? Вы сам с собой разговариваете? Вы ёбнутый, что ли? А есть USB? Нахуй вы, блядь, работаете, блядь, долбоебом? Это прикольно, да? Блядь! Смотрите себя по центральному телевидению. Работаем? Перекресток улицы Думской и Ломоносова. Сейчас здесь царит спокойствие, почти что умиротворение. Эй, Паша, братан, почему они такие, когда есть на сердце Паша? Я вам Паша, братан. Я так не могу работать. Можно класть их на матрасы. Ну пойдем, мы пойдем есть зарядку. Будешь пиво? Пиво будешь? Пиво будешь? Я пойду за пивом. Будешь пиво? Пиздец, я, блядь, пиво не можешь выпить, что ли, блядь? Ты вообще нормальный человек или нет? Сейчас. Работаем?